Короче, холода. Алиса утром потихоньку занимается собственными какими-то работами. О, что это ты нашла такое? Яблоко ест. Ёшкин ты кот. Первый раз вижу. Наверное, яблоко проморозилось и стало сладеньким. Это единственная, наверное, причина. Я тебе когда яблоки даю, ты не особо их ешь. Груши ешь, а яблоки не очень. А, наверное, это дело в том, что это яблоко не тебе выдано. А, не ходи за мной, покусаю. Понятно. Обратите внимание, животные ходят по своим тропинкам, и тут реально есть уже тропинка, она вытоптана. То есть вот она. Я по ней не хожу никогда. Ну вот сейчас вот прошелся. Тут, наверное, тоже нычка. Опс. Все. Кто спрашивал, как я Алису завожу к ней на ночь? Ну, она либо сама заходит, либо, соответственно, я ее вечером кормлю здесь. И поэтому она сюда приходит. Погладимся? Давай, погладимся, давай. Давай, давай, давай. Я знаю, ты злая, но гладиться любишь. Ой. Что такое? Утреннее настроение. Ты кашу съела. Мясо съела. Что такое еще? А, укусить теперь надо кого-то, да? Для профилактики. Для поддержания статуса. И это вот зачем? А как же я буду тебя чесать? Это не важно, да? Главное куснуть. Еще одна подружка. Да? Твое? Твоя подруженца сидит. Высматривает, что там Алиска закапывает. Так, куда ты собралась? За Максом следит. А? Да, лихи подруги у нас везде.
белого заморозили. Показать вам, как Алиса себя по-разному утром ведет. То есть это девушка настроения. Привет! Как твои дела? Смотри, что у меня есть. Ага, ты уже все поняла. Ну, кашу ты тут не съела, конечно. Так, кто бежит? Не, гладится нет. Это же утро, какой гладится. Все. Что? Нету. Еще сердечко? Ну нету еще сердечка. Что такое? Все, нету. Вот пустая рука. Что, будем в обидчивых играть? Потому что только одно сердечко дали. Ладно, вылезай. Нет, обиделась. Вот так. Все. Обиделась. Одно сердечко – это обида. Хвост, вылазь. Вроде не так все плохо. Сердечко было вкусное, что ты? Ой. Она мне говорит, что тут где-то есть еда, которую ты от меня скрываешь. Ну. О, как всегда. Ну все, день начался.